and it's a beautiful day. Как превратить обычного человека в счастливого, а день рождения в самый лучший день? Нужно просто прислушаться к имениннику и тщательно воплотить его мечту. Именно этим и будет заниматься наш телепроект. Сегодняшняя наша героиня – очаровательная Лерочка Плотникова, которой исполняется 11 лет. За моей спиной находится очень редкая порода лошадей – норвежские фьорды. И сейчас мы узнаем о них побольше. Лера уже год занимается тележурналистикой. За это время она не раз стала участницей телесюжетов. Научилась брать интервью и записывать стендапы. Но главная ее мечта – стать ведущей настоящего новостного эфира. И сегодня мы поможем ее желанию сбыться. Стали ровненько, распределили вес, осанку, главное, улыбку еще, да? Да, все прекрасно. И поехали дышать. Если маленькие годовалые дети учатся сначала ходить и говорить, то дикторы – стоять и дышать. Для эфира Лера тренируется правильно распределять вес, глубоко набирать воздух носом и медленно равномерно выдыхать ртом. При этом на занятии по сценической речи для четкости дикции отрабатывается каждый звук. Делаем небольшой вдох. Как так? А я тренируюсь. Двухчасовая гимнастика, а еще работа на темп и тембр, высоту голоса, смысловой разбор предложений – все, чтобы донести до зрителей самое-самое главное. После того, как текст отчеканен, наша героиня отправляется на телемакияж. Это нужно, чтобы подчеркнуть природную красоту и не дать свету в студии выбелить лицо. Задача непростая, ведь Лера – маленькая девочка, и макияж должен быть нежным и естественным. Поэтому нашу героиню мы доверили ведущему специалисту Барнаула в области красоты Ирине Трянкиной, лауреату номинации «Золотой Амур» как лучший свадебный визажист. Получилась красота без тени сомнения. Лера, ну как ты себя чувствуешь? Прекрасно! В этом есть несколько плюсов. Во-первых, меня первый раз накрасили и сразу профессионально. Я сегодня не иду в школу, это мой подарок на день рождения. Я очень красива, да. И все это правда. Да. И вот он, долгожданный и волнительный момент, когда съемочный павильон залит светом десятков софитов. На тебя направлены все камеры, профессионалы отстраивают звук, буквы на суфлере бегут и не останавливаются. Хочется вдруг отмотать все назад и репетировать, репетировать, и тут громкая тишина, пишем. Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей. С вами Валерия Плотникова. На протяжении 10 лет информационный канал «Наши новости» радует зрителей. Почему стоит ежедневно смотреть выпуски? Какие добрые дела и уникальные телепроекты помогают людям стать счастливее? Сегодня мы подготовили 10 добрых фактов о телекомпании. Что самое главное в жизни? Чтобы все были здоровы. Учеными доказано, что хорошее настроение и позитивный настрой помогают пациентам на пути к излечению. На протяжении 7 лет телеканал «Наши новости» исполняет мечты ребятишек с тяжелыми заболеваниями. В программу «Надежда на чудо» каждую неделю приходят гости – талантливые артисты, музыканты, художники и просто люди с большим сердцем, чтобы поиграть с ребятишками в больнице, развеселить их и провести праздник. Съемочная группа узнает у маленьких пациентов о самых заветных мечтах, которые помогают исполнить телезрители. О том, насколько важна эта программа, больше слов говорят сияющие глаза и широкие улыбки счастливых ребятишек. Кстати, у «Надежды на чудо» есть добрая традиция ежегодно проводить яркий благотворительный концерт в поддержку маленьких пациентов. Все собранные средства направляются на приобретение лекарств и медицинского оборудования для детской краевой больницы. Еще один трогательный проект, спасающий тех, кто попал в беду, носит название «В добрые руки». Он рассказывает о сложных судьбах братьев наших меньших, бездомных собак
и кошечек. Корреспондент Елена Кузовкина знакомит телезрителей с очаровательными питомцами приюта «Ласка», которые ищут дом. Благодаря этому телепроекту более 20 животных обрели любящие семьи и уют, а их хозяева – добрых и преданных друзей. Сразу две добрых новости для тех, кто заботится о здоровье. Каждое утро телеканал «Наши новости» начинает с народной зарядки. Нужно лишь оставить заявку на сайте или позвонить в редакцию, и известный спортсмен или танцоры прибудут к вам в офис, чтобы провести незабываемую тренировку и расшевелить сотрудников и зарядить их бодростью на весь рабочий день. Ну а для тех, кто хочет быть в курсе новостей медицины, правильно питаться и вовремя распознавать тревожные сигналы организма, на канале «Наши новости» выходит авторская программа Елены Вишневой «Семейный доктор». «Наши новости» не забывают и о маленьких телезрителях, как создаются мультфильмы и фарфоровые куклы, где в городе можно создать уникальные обои с собственными рисунками, почему у пони разные глаза, как правильно переходить дорогу. Ответы на эти и другие вопросы для ребятишек каждый четверг в познавательной программе «Интересно знать». В этом году ко Дню города журналисты приготовили подарок краевой столице. Вместе с профессиональным музыкантом, композитором и певцом Львом Шапира они записали композицию про любимый город Барнаул и сняли красочный клип на память. А для тех, кто мечтает стать звездой и попасть в эфир на телевидении, «Наши новости» выступают отличной стартовой площадкой, ведь каждый желающий может прийти на кастинг и получить свои 5 минут славы, стать ведущим на проект «Народная погода». При этом есть возможность не только рассказать зрителям о том, нужно ли брать зонт или солнечные очки, побывать в студии и сохранить видео на память, но и полезные призы выиграть. Причем главный из них – свой эфир прогноза погоды на целый месяц. Это далеко не полный список программ, рубрик и проектов, которые удивят зрителей. Будут и совершенно новые. Обо всем узнаем в октябре. Осенью «Наши новости» откроют новый сезон, и к его началу обязательно приготовят что-нибудь оригинальное. Так что ждем. Ну и самое главное, информационный канал «Наши новости» всегда открыт для телезрителей. Если у вас есть проблема или интересная тема для сюжета, звоните в редакцию по телефону в Барнауле 722-440. На сегодня это все. Желаем вам только хороших новостей. У меня есть одна такая. В день рождения мне разрешили в эфире передать привет родителям. Мама и папа, я вас очень-очень люблю. Получилось на 5 баллов. Лера поразила нашу съемочную группу смелостью и профессионализмом. К ее хорошему настрою добавились собранность и четкость. И телесуфлер, на который наша героиня не рассчитывала, а потому просто выучила новости наизусть. Вот я, когда сюда зашла, тут я увидела вот эти экранчики. Ну, это суфлер. Я думала, что такие есть только в кино. Вот, например, в каких-то сериалах те герои, которые ведут новости, у них вот как раз эти суфлеры. Ну, я не думала, что они в жизни и правда такие существуют. Желание исполнено. Осталось задуть свечи всей редакции. Я всех очень-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 очень люблю. Спасибо всем. А мы скажем огромное спасибо продюсерскому центру «Базилио» за профессиональную помощь и уроки сценической речи. А также салону красоты «Профи Тач» и лично Ирине Трянкиной за чудесный макияж. Благодарим всех, кто сделал этот день самым счастливым и самым лучшим. Кстати, если у вас праздник на носу, обращайтесь в нашу программу. Мы поможем провести день рождения по вашему уникальному сценарию. Всем пока! And it's a beautiful day.